А вы можете забросить мяч в баскетбольную корзину с помощью автопогрузчика? Мы точно нет, а вот камазовские водители этого малогабаритного, но шустрого транспорта вполне способны. Свое мастерство профи прессово-рамного завода продемонстрировали на очередном конкурсе. Для них был приготовлен специальный трек, но на него участники допускались только после сдачи теории. За событием вместе с компетентным жюри наблюдала Ольга Николаева. Стоянка для погрузчиков 5-го и 3-го участка цеха транспортно-складских работ на заводе самая подходящая для конкурса. Кстати, здесь же находится и большой участок по ремонту и обслуживанию напольного транспорта. На прессово-рамном заводе трудится порядка 150 погрузчиков различного назначения. Они ежедневно обслуживают 3 основных производства – прессовое, сварочно-окрасочное и производство малых серий и оригинальных деталей. К участию в конкурсе приглашаются водители, приручившие дизельные и электропогрузчики. Есть еще одно условие. Это конкурс для молодых водителей. Он позволяет им показать свое мастерство, показать свое умение ориентироваться в сложных ситуациях. И, значит, позволяет еще, значит, такие качества, как умение быстро и качественно выполнять ту или иную работу. Среди конкурсантов бывают и девушки. Да что там, победительница прошлого года как раз представительница прекрасного пола. Конкурсантка этого года Ксения Панина призналась нам, что сын не раз подшучивал над ней. Мол, как она, не имея водительских прав, собирается водить погрузчик. Не проблема. Девушка легко прошла обучение на 3-й, а потом на 4-й разряд в региональном институте передовых технологий и бизнеса. Нравится сама профессия, нравится ездить, развозить людям там, детали, вот это все, на склады помогать. Сложнее всего, говорят водители, запомнить поначалу, где и что находится. Каждый день меняются маршруты, а перевозить продукцию приходится в сложных производственных условиях. Они работают в очень стесненных условиях, затемненных участках, очень много движущих предметов, очень много у нас перемещаются пешеходов, значит, очень много приходит у нас студентов на наше предприятие стажироваться, проходить практику. И, соответственно, у нас водители напольного транспорта, значит, должны постоянно соблюдать правила дорожного движения. В общем, от водителя-погрузчика в этих условиях требуется постоянная собранность, внимательность и неусыпная бдительность. Скоростной режим 5 км в час. Включенные фары и звуковые сигналы обязательны. Это только на первый взгляд, в машине все устроено просто. Но не так легко заставить этот транспорт грациозно преодолевать препятствия. Поэтому конкурс, который уже более 10 лет проходит на КамАЗе, отличная возможность поощрить представителей этой профессии. Победителю повышают разряд, кроме того, предусмотрены памятные подарки и призы. Ольга Николаева, Михаил Матвеев, «Вести КамАЗа».